На сегодняшний день в Беларуси в мире, в принципе, два вида глухаря. Западноевропейский глухарь, глухарь Майера, так называемый, и среднерусский. Среднерусский представлен, это восточные регионы Беларуси и Россия. Западноевропейский, скажем, здесь по границе уложен, столбцы, идет граница ареала обитания глухаря. На сегодняшний день в Беларуси осталось в естественной среде обитания не более 500 особей, что является, скажем, это вид уже угрожаемый, то есть близкий к исчезновению. Было принято решение о закладке строительства питомника и попытаться восстановить популяцию. Разведение – это сложно, потому что изначально мы начали работать, само собой, с дикой птицей, которую изъяли из дикой природы, которая от человека была не в восторге. Птица шугливая, пугливая. Вот. У нас есть отдельные вольеры с маточным поголовьем. Туда мы даже директора нашего не пускаем, потому что туда ходят только 4 человека, вот егеря, которые здесь работают. То есть птица нас уже знает и плюс-минус к нам относится спокойно. Вот. Вот. Птенцы, которые были выведены уже у нас, они выращены нами, выращены человеком, они не боятся человека, реагируют на него положительно. Вот 3 птицы у нас содержатся в демонстрационном вольере, это 2 брата и сестра. Вот они были выведены в этом году, вот посадили их сюда специально, чтобы показывать людям, потому что всем очень интересно увидеть именно вживую, и, как правило, все расстраиваются, когда говоришь, что типа вживую посмотреть не получится. Вот вообще очень интересно с ними работать, потому что каждая птица – это уникально, у нее свой характер, вот каждой нужен свой подход, у каждой какие-то свои вкусовые предпочтения, вот с каждым стараешься как-то так повзаимодействовать, кому-то там кто-то яблоки любит, яблок больше, да, там кому-то кукуруза. По характеру очень отличаются самцы и самки. То есть самцы, они такие более дерзкие, более любопытные. То есть если что-то где-то заходишь в вольер, они там с радостью подойдут выяснить там отношения, что ты тут делаешь. То самки, они более спокойные, более осторожные, более пугливые. С ними работать, конечно, тяжелее, но тоже возможно. Уже 3 года подряд мы стабильно получаем птенцов. Вот, в следующем году мы уже планируем строительство вольера и заниматься непосредственно выпуском, вот, отрабатывать технологию выпуска. Вот, потому что до этого были вопросы очень большие по разведению, потому что планировалось работать по польскому методу, но не прошло. Вот. Ну, вот не получилось. То есть в Польше работают, в Польше все замечательно, а у нас технология не пошла. То есть птиц у нас не получалось вот 2 года. Пришлось учиться самим, выдумывать что-то новое, да, свою технологию. Вот. Сейчас мы в этом году ее уже окончательно закрепили. Вообще, в чем особенность нашей технологии получилась? У нас птицы высиживают яйца сами. То есть, если в Польше яйца забирают, а у глухарок есть такая интересная особенность, как и у курей. То есть, если она садится на яйца, и у нее яйца забирать, она доносит еще. То есть, как бы от одной птицы можно получить довольно-таки много яиц. Но у нас как-то не пошло это. Вот, поэтому у нас птицы сами высиживают, и мы забираем уже птенцов. То есть, уже вылупившихся птенцов. Это значительный плюс, потому что они более крепкие, более здоровые, все-таки естественное насиживание, но само собой лучше, чем инкубирование. Вот, потом мы их выращиваем сами, становимся такими глухариными мамами. Вот, кормим, поим, и до взрослого состояния это где-то 3-4 месяца. Вот этим птицам уже 4 месяца. Вот, они под нашим присмотром. Но выживает только 25% подкормили, да? Это в дикой природе. И у нас выживаемость 80-90%. В дикой природе много хищников. Это сойки, это вороны, и в первую очередь это дикий кабан. То есть он, кладка находится на земле, и кабаны очень замечательно ее находят и разоряют. Вот плюс ко всему, потом, когда птенцы вылупляются, тоже погодные условия, корм. То есть, как правило, там из кладки, да, там 2-3 птенца выживают, а остальные погибают. У нас же 80-90%.